Ой, этикетка, Ксюша, этикетка. Не хочу посадить Анютины глазки. Купила два горшка. Осторожно, Бонни, не сбейте мечом. Я ее уже сбью. Кабуся, пожалуйста, не иди туда в носках. Ну, конечно, она же мятная. Мой давай. Всем привет, ребят. Девчонки пришли со школы. Ай, и у нас тут новости. Девочек распределили по разным классам. Ксюша, к сожалению, не пойдет учиться с Маргаритой. Я надеялась, что они попадут. Нет, нельзя. Нельзя, да, сестер, братьев? Я так надеялась, потому что в этой школе учатся 5-6 вместе. 5-6 класс. Они учатся вместе. И, в общем, у Ксюши поменялся учитель. Там будет мужчина какой-то преподавать. Маргош, привет. Моя старая учительница поступила. Та же? Та же самая? Маргу, видишь, Алин... А кто к тебе в класс попал? Кто-нибудь, кого ты знаешь с 5 класса? Да? С 5 класса? Да. Мы все вместе остались. Мам, а с 5 класса к вам кто-нибудь пришел? Нет. Все те же? Да. А почему у Ксюши поменялись? А, да, да, пришли у меня, да. Потому что она же в другом классе. А-а-а. Мам, у нас эта девочка, которая там с большой собакой, она пойдет со мной в 6 да? класс. А-а-а. Она в 6 пойдет? Да. Ну, в общем, так, распределили всех по разным классам. А у тебя те же одноклассники, что и сейчас в 5 классе у тебя? В смысле, в 4? Да. Все. Просто вам добавили 6 класс. Да. Ты переходишь в 5, и к вам добавили 6. Да. Угу. А к нам ну, 6 они разъединили. Да. Одна девочка плакала, потому что она не пошла с Дели, а просто с вами учила подушка. Mm-hmm. И Цунами вот эта, которая сюда проходила, которая большая, она тоже плакала, не знаю почему. Ну. Когда ты вместе учишься, у тебя подружки, а потом раз тебя рассоединяют и по разным классам, то, конечно, это обидно. Ну вот, в общем, так вот. Смотри, тут. В общем, Ксюша перешла в 5 класс. Поздравляю. Маргарита перешла в 6 класс. Поздравляю. Последний год, и Маргарита уходит в другую школу. Ю-ху! Да. Маргоша учится последний год, и потом она будет ходить в другую школу. Да, ей придется ездить либо на автобусе, либо на велике. А Ксюшка останется еще в этой школе. Вот такие вот дела. Не может. У тебя спорт, что ли? Спорт у тебя? А что так делать? По-спортивному. Брейкданс, брейкданс, давай, давай, брейкданс. На голове теперь покрутись еще. На голове покрутись. Да, вот так вот. Но, ноги кверху надо. Да. А что там телевизор громко работает? Каролина в школу? В садик, то есть. О, ну все, все, все. А завтра ты куда пойдешь? Завтра ты куда пойдешь? В лес? Да. Ну вот. Завтра. Поэтому давай. Мне надо идти в первый класс. Да, и Каролина у нас идет в первый класс. Первый раз в первый класс. Она учиться не хочет. Она у нас такая мадам. А? Вот эти. Все сразу. Оранжевый надень. Будешь оранжевая. Как это? Апельсинчик. Черный. Апельсинчик. Да, потому что тут черно-оранжевая, тут оранжевая, черная. Черно-оранжевая. Угу. Прям вообще куль. И это рюкзак черный. И рюкзак черный. Ай. А есть рюкзак Ванс в клеточку, видела? Нет. Такой весь в клеточку. В Золанда тоже продается. По-моему, 35 франков, что ли, стоит. Ух. Они еще не маленькие тебя? Нет. Потом Каролине останутся. А мои Ксюши. Да, твои Ксюши. Ксюша в зеленых будет ходить. Неоновый желтый. Что ты мне ноги облизываешь? Каролиночка, обувайся быстрей. Давай, давай. Давай. Давай, давай. Чего забыла? Закрывай! Ксения, идите уже! Давайте! Пока! Пока!
Пока, Каролиночка. Кто с ней придет? Кто с ней придет? Ты? А, у вас до трех. Ага, ну давайте. Кто-нибудь с ней придет. Пока. Да. Посидим на улице. Пока девчонки в школе. Можно отдохнуть, да, Бенюсь? Можно отдохнуть. А? Посидим с тобой немножко, да? Воздухом подышим свежим. А? Ой. Фу. Зазевалась. Бенюсь. Ксюш, ну ты шапку-то сними. Она здесь вообще никак не вписывается. На, держи. Блайк снимают. Давайте на улице лучше. На улице хорошо. У меня там стирка постиралась. Ксю, шапку сними. Она в юбке и это. Главное. День такой странный. Почему странный? Ой, этикетка, Ксюша, этикетка. Этикетка. Ну я тоже сначала подумала. Этикетка у тебя, господи. Господи, я думаю, что мне помешает. Что? Она... Что, нормальный велик? Что тебе не нравится? Я в доме топлю. Сидушка, сидушка. А почему? Ее надо закрепить, наверное. Поехала. Я всегда вот так вот сижу. Угу. Но. Давай, что ты там приготовила? Достала уже? Да. Не надо кока-колу. На, заряди свой телефон, потому что там уже батарейки нет. Будешь. А что ты его так спалила? А, не, нормально. Поджарился он у тебя так. Это лаваш. Там внутри сыр, колбаса. Да? Теперь нужно разрезать, как пиццу. И все, и кушать. И ням-ням будет. Вкусная пицца у тебя получилась. Может быть, так и будешь готовить каждый день? Да, не хочу больше. Я один съела, больше не буду. Да. Макс футболистом у нас будет, да? Лучше сейчас будем ворота хоккей собирать. Или бас. Хоккей, футбол. Вот так вот сейчас будем ворота у нас будут стоять. Соберем. Марго где? Она ушла с подружкой. С какой подружкой? Белия. И во сколько она придет? А? Во сколько она придет? Она сказала, она ей будет там гулять. А где она гуляет? Где-то тут стадьба. А ты что не пошла? Тоже за... А, ну да, ты с Максом, с Каролиной, мы же с папой поехали за вот этой вот. Не, мы сначала мы хотели вообще другую штуку купить. Да. Хотели такое кресло купить, которое навесное висит. Ну, там у Макса. Вот, но уже купили. И увидели вот это вот футбольные ворота. Футбольные. Да. Угу. Да, в землю втыкать, чтобы это... Ну, так что кресло купили уже. Жалко. Ага. Ксюш, ты будешь вратарем? Опа! Нет, Бонни будет вратарем. Бонни, давай на ворота вставай. Бонни, на ворота вставай, давай. Да? Да, да, ему пускай папа покажет как. Осторожно, Бонни, не сбейте мячом. Я ее уже сбила. Га! Она тоже хочет играть. Ну не там, не смей. Так, давайте. Футболисты. Начинаем играть в футбол. Ставят какие-то препятствия. А, нужно их обходить. Бонни тут хозяйка. Ты тоже футболистка, да? Давай, Бонни. Давай, начинай. Так, а мы будем жарить сейчас грильку. Курочку грилить. А я занялась цветочками. Хочу посадить Анютины глазки. Купила 2 горшка. Вот таких вот небольших. Уже засыпала 2 пакетика. Не знаю, сколько с них будет. Засыпать еще 2 таких нет. Не знаю. В общем, тут совсем мало их семян. Написано 6-7 семян. Не знаю. Такие. Ну, пока так оставлю, посмотрим. Сейчас полью и все. Будут цвести.
расти. Пока я тебя ставлю, посмотрю. Так, все, будем поливать наши семена, чтобы цветочки выросли. Надеюсь. Все. Маргарита вернулась. Давайте кушать. Руки мой. Батарейка опять садится. Так, папа там уже пожарил все. Да. Футболисты. Давай уже. А что этим мячиком? Защищай ворота. Теперь я хочу. Да. Ты что так? Разобьешь. А если она тебе в лицо? Так вылетит мяч потом. Подожди. Все, побежала. Побежала. Все, давай. Ноги в руки и пошла. Давай. Только обуйся, пожалуйста. Не иди туда в носках. Прыгай прям вниз. Маргарита, ты обувь перепутала. Пошла за мячиком. Давай, давай. Мама, нигде туда не полезу. Почему? Смотри. И что? Я не вижу, где вода. Там нет воды. Вон там арык. Прям сразу увидишь. Давай, давай, иди. Иди, иди за мячиком. Ногой отодвигай траву. Все, нашла мячик. Ничего не случилось, не утонула. Че ты так на меня смотришь? Каролина, пойдем. Каролина. Поужинали, теперь спать. Давайте убирать. Надо, надо. Время... Уже 9:00, здесь, кстати, детки ложатся спать в 8:00. Сейчас еще нет 9:00, у нас вот так вот светло. Но детки уже спать ложатся, поэтому шуметь нельзя. У нас здесь везде дети, наверху дети, там напротив нас дети. Фонарик, где твой, Каролин? Да. Ну все, включай, пошли в комнату. Мама. М? Я. Пойди. Все? Я буду на вай. Пойдем, включай фонарик и пошли. Ну-ка, включай. Вот. Спать. Хотя у нас еще светло. Смотрите, как. Уже 9:00. Ой. Ладно, все, давайте. Выключаем. Ой, выключаем, говорю. Закрываем жалюзи, чтобы вам было темно. Спать не светло. И ложимся. Уроки все сделала? Не задавали ничего? Точно? Ну, Маргарит, ты губы красишь? Все говорят, что в Лидл только замороженные. Лидл ага. Говорят, что там тоже замороженные. Но мы вот эти вот, которые папа купил, мы в Мигро купили. Лидл. Которые готовить надо. О, не в Мигро. В Лидл. Да. Маргарита. А что там в Мигро? Там есть такая. Чисть зубы, а не губы. Нет, не надо. Будешь сама стекла. Они очень сильно щипят. Ну, конечно, она же мятная. Мой давай. Вот тоже обезьяна. А это что? Это у тебя, ну, раздражение от насморка. Ай, мама. Ты что наделала? Каролине завтра что с тобой надо взять? Она в лес пойдет. А во сколько она пойдет? А с кем она пойдет? А когда она домой вернется? А что ей нужно взять? Там, кажется, а как одеться?
сегодня мы же хотели ногти сегодня накрасить. Не получилось. Ксюнь, мне хотели сделать маникюр Маргарите, Ксюше другой. Ксюша себе даже ногти отрастила, перестала грызть, чтобы я ей накрасила. Помнишь, я же говорила? Угу. Отрастишь ногти, накрашу. Она перестала их грызть. Все, Каролина, на кроватку фонарик положи. Пойдешь спать, включишь? Да, пап. Да, где твоя зубная щетка? Слышь, Ксюш, ногти покажи свои. Ну вот она перестала их грызть. Какой? Да, вот. Какой, мама? А то они у нее все время обрубленные какой? Были. Вот, вот это твоя розовая. Все, спокойной ночи. Свет выключай. Тебе холодно? Мамочка. Пожалуйста, не забудьте меня разбудить завтра. Во сколько тебе завтра? 7:30 опять? Нет. Нет? Ксюш, тебе во сколько? 8. Так же? Все, ладно. А? Помаду мне взять. Куда взять? В школу? Нет, мама сейчас я в школу тоже взять. А какую мне взять? Какую хочешь. Я тоже хочу взять. Ой, тут одна. Да, это Каролина сделала. Это очень, этих очень вкусно. И все, больше у меня нету. Это все мои помады. У меня еще больше было, но они все закончились. Но я где-то еще есть. Эти вкусненькие. Они прям сладкие. Я обожаю вот эти, они такие крутые. Такие. Ах, как вкусно пахнет. Я не знаю, какой зайчик. Вот я это уже заканчивается. Угу. Грязная. Почему она грязная? Фу, не знаю. Надо помыть ее. Помыть? Все, Макс, давай. Вспала. Наверное. Ого. Но свет меняется, Макс. А как? Угу. А вот так? Да, это там... выключить, а на двоечку? На двоечку свет сама будет менять. У нас цвет, же тоже есть такие. Угу. У нас, наверное, нету вот это, что меняет цвет. Ладно, все, это давайте. Это новые. А зачем ты это купила? Не знаю, просто вот они же спят всегда, им нужна лампочка. На, Макс, забери. Не знаю, какую. Вот это нет, потому что она с блестками. Не знаю, если это. Надо кожуна. Это ну, ты вот... знаете, какой-нибудь... Это неудобно, потому что нужно постоянно да, пальцем ковыряться. Тоже. Да, вот эти вот удобные помадки. Да, вот, вот эти, вот это и вот это. Угу. Давай, все. Спокойной ночи, ребят. Пока. Пока, ребят. Все, спокойной ночи. Давай, иди беззубая. Переодевайся. Кофту эту снимает, в этой кофте на улице была, Каролин. Давай, давай. Все, пока, ребят. Ничего.